Салам алейкум, Жигитер. Сейчас зайдем в автомобильный салон Exit. Шех из Казахстана, Ускемен Каласы, в городе Ускеменогорске. Посмотрим, сколько сегодня стоит Exit у нас. Салам алейкум, Жигитер. Всех приветствую. Зашли в автомобильный салон Exit. И начнем с вот этого красавца. Это у нас Exit VX. Комплектация Limited Edition. Получается, стоимость у него 22 миллиона 500 тысяч тенге. На резине Continental 20-е диски. Здесь у него уже выезжающие пороги. Видите, да? По-моему, чуть меньше палисада. Пойдемте. Так, здесь богатый коричневый салон. Сзади обдувы, да, получается? А, сзади подогрев у нас. И подогрев у нас спереди. Сейчас, сейчас, подождите. Вы не торопитесь, главное. Электросиденье. Музыка у нас своя, да, какая-то эксидовская. Нет, Sony. Sony? А где тут написано? А, все, все, вот. Ой-ой, какие тяжелые двери. Бардачок. Скушенный руль. Что, амортизатор? А, обдув. Угу. Давайте посмотрим качество камер. Так. Так, 3D-шка. Такой. Не отзывчивый. Ага. Так. Может, всего здесь можно убрать линии вид. Одни. Отдельно настройки есть. Анимации. Индикации. Здесь все это настраивается. Также, допустим, здесь можно подсветку. Давайте поменяем подсветку. Так, яркость выставим. Ну, полную. Так, ну, допустим, ставим. А, вот. Да. Линия, да? Так, у нас получается подогревы передних, задних сидений. Подогрев и вентиляция переднего ряда сидений, подогрев заднего ряда, подогрев рулевого колеса полностью в круг, также лобового стекла и форсунок омывателя. Ага, так, из физических кнопок на руле самое важное. Подогрев руля есть? Подогрев руля есть, да. Регулировка громкости. Также она у нас дублируется еще вот здесь. Вот удобная крутилочка у нас. Шайбочка, да? Да, для громкости. Ага, кнопка электроручник. Назад, домой, электроручник, автохолд. Система автохолд. Холодильника тут нету? Нет, нету, к сожалению. Данная модель. Угу. Так, получается, ну тут хоть физически... Беспроводная зарядка есть, да? Также есть. Быстрый телефон, доступ, да? То есть есть кнопка камеры 360, ассистент спуска с гарри, переключение режимов. То есть мы нажимаем, и вот здесь вот у нас режимы меняются. Спортивный, эко, давайте либо нажмем. Же нормал. Вот как раз таки. Я нажимаю, вот они меняются. Вот вот здесь вот. Давайте покажем. Вот, спорт, а, все, эко, все, все, вижу. Нормал, эко, нормал. Спорт. Ага, ага. То есть переключение. И также кнопка быстрой настройки ассистентов. То есть здесь можно быстро настроить все ассистенты, допустим, мониторинг слепых зон, включить-выключить данную функцию, сделать, чтобы она показывалась экран и звук, либо же, допустим, только на экране. То есть все эти ассистенты достаточно гибко настраиваются. Так, это пластик, да, у нас? А, да, получается торпеда с мягкого пластика. Опять же, все это выполнено качественно, строчка натуральная везде. Карты дверные мягкие, как спереди, так и сзади. Вверху у нас здесь зеркало, получается, с затемнением и управление шторкой люка. Еще таким образом он работает. Ну, хорошо, не гремит. Достаточно быстро. Да-да. Давайте обратно. Вплоть до второго ряда. Ага. Люк сейчас открывать не будем, у нас сверху стоит кубик. А, также не надо. Вся вот эта передняя часть сдвигается назад. Также есть классная панорама. Режим проветривания. Здесь единый блок. Извините, у нас также. Я не могу помочь. Что случилось? Ассистент у нас сработал. Здесь у нас единый блок. Он отвечает за, получается, видеорегистратор встроенный там. И там же камера, которая отвечает за ассистента. Это считывание знаков, удержание в полосе. Все понятно, классно. Так, физические кнопки, все тут.
В принципе, ага. Доступ ко всем нужным функциям, он на физических кнопках есть. Ну, потому что все, когда через экран, нет, неудобно. Так, давайте посмотрим багажник. Как удобно пороги, ребята. Блестящие, дерзкие, черные. Это предмаксимальная, да, комплектация? Самая максимальная. Limited Edition, да. Limited Edition. Так, с кнопочки у нас он. Электропривод можно открыть как с салона автомобиль, багажник также можно здесь с кнопки и с ключа. Получится. Третий ряд у нас спрячен. Подсветка. Спрятан получается, ну. Когда он нам нужен. Ага. Ну это когда большая семья. Ну да. Ага. А тут полноразмерная запаска? Нет, здесь идет докатка. Докатка. Она у нас снизу прячется. Ага. Надо показать людям. Двойной выхлоп, все тут. Угу. Вот она, ребят, докатка. И двойной выхлоп. Ага. А доступ еще. Получается вот здесь. Ага. Сюда. Вставляется двойной выхлоп. Все нормально. Все. Менеджер толково подсказывает. Как и в прошлый раз. Так. Колеса у нас 20-е на резине Континенталь. Вот такой вот премиум класс уже на сегодняшний день. Кроссовер Exit. Камеры 360 с повторителями. Угу. Отлично. Давайте пройдемся, наверное, к следующей модели. Вот, ребята, Exit TXL на переднем приводе, на роботе. На полном приводе. Поправили меня. На полном приводе 1.6, 18 миллионов 600 тысяч тенге. В дерзком черном цвете, так же как VX. Так, у нас какие 18-е, да, тут? 19-е диски на резине Continental. Ключевой доступ. Так. Музычка здесь также Sony. Электропривод сидений. Современно скошенный руль. Теплые функции обязательно есть. Физическая кнопка, подогрев руля. Автохолд, электроручник. Зарядка беспроводная. Такой вот планшетик. И панорама. Подлокотник. Ребята, на переднем приводе. Так, клиренс здесь сколько? 21. 21, да? Нормально. Чуть сильно назад откинуто. Рост у меня 183, полтора кулака. Сейчас пойдем побогаче посмотрим. Народ оформляется. Так, вот он в белом цвете. Exit TXL. 2 литра, полный привод. По стоимости он... А в самой максимальной комплектации, да, он 20 миллионов тенге. Обойдем его вокруг. Камеры 360. Черные зеркала. Моднявые. Панорама. Плавник на крыше. Видите, полный привод. Пойдемте вместе присядем. А он получается отличается от переднего привода. Нет, только приводом или что-то еще? Переднеприводного TXL его не бывает. Они все полноприводные. То есть как 1.6, так и 2-литровая версия, они идут только на полном приводе, максимальной комплектации. То есть отличия основные какие? Это у нас селектор. КПП у нас здесь как в старшей модели получается, как у VX. Uh-huh. А в версии 1.6 у нас минималистичный такой лепесток. Также у нас добавляется встроенный видеорегистратор в версии 1.6. Вот эта штуковина, нету, да? Да. Uh-huh. И запасное колесо у нас здесь полноценное в багажнике лежит. В версии 1.6 там у нас докатка. Uh-huh. Ну и двигатель здесь идет 2-литровый, 197 лошадиных сил. В версии 1.6 у нас 186 лошадиных сил.
полный привод и там, и там. Угу. В остальном, как бы, отличий между автомобилями, между версией 1.6 и 2-литровой. На задних сиденьях есть подогревы? Подогревы есть, да. Вентиляции нет? Вентиляция на переднем ряду. У два? Да, да. И у пассажира и у... Да, да, да. Ага, ага. Очень интересно. Ну, пойдемте к следующей. К Эликсу. Эликс, да. Вот, ребята. Здравствуйте. Это у нас Exit LX. Стоимостью начинается от 12 миллионов 390 тысяч тенге. Но конкретно эта модель 15 ровно, да? Да. 12 990 комплектация Luxury. Здесь же комплектация Premium Plus 15 миллионов тенге. Версия на полном приводе с двигателем 1.6 уже будет идти. Она стоит 16 миллионов. Дороже. Нет, а давайте касательно вот этой. Это получается у нас передний привод. Максимальной комплектации, комплектация Premium Plus. Угу. Получается панорама, да? Панорамная крыша, бесключевой, пуш-старт, 19-й колесный диск, LED-оптика. Угу. Так, а это что у нас? Да, с полочек просто вытащили. Получается, вот в старших версиях вот это вот сверху приблуда, да? Что, где флешка лежит. Да, да. Встроенный видеорегистратор. Музыка здесь родная, Exit. Электросиденье. Музыка здесь тоже Sony, вот напищалась, как ага. На стойках написано. Брендирование. Да, да, да. Музыка Sony. Вот они, физические кнопки присутствуют. Черный салон. Светло-серый потолок. От 12 миллионов 390 тысяч тенге. Ну, пойдемте тогда к самой интересной вот модели для меня. Ну, кому-то, конечно, VX нравится. Это Exit RX. Комплектация максимальная? Да, она одна единственная. А, максимальная на нашей номер. Он на полном приводе, полный, да? Полный привод, 2 литра, 249 лошадиных сил. Стоимость у него 24 990. 24 990 тысяч тенге. Так, на резине Мишлен 245/50/20. Коробка у него робот, да? Робот, да. Energy Matrix. Да, интересно. Вообще классно. Так, это не обманки, это. Обманки. Обманки, да, да. На нем? Он двойной, но он вниз выведен. То есть здесь. Надо показать. Просто для красоты. Вот так вот. Он на полном приводе. Сзади получается как камеры. Нет, камера у нас здесь находится. Это просто дополнительный стоп-сигнал. Ага. Выдвигающиеся ручки. Сейчас, кстати, это. Infiniti QX вышел 80, тоже там ручки выдвигаются. Так, давайте посмотрим багажник у него. С кнопочки тут все. Коврик, да, в подарок идет коврик? Ну, отдельно какие-то опции можем в подарок сделать. Да? Да. Вот тут полноразмерное, да, колесо? Да. Тоже на Мишлен резине, угу. На таких же диск. Моднявых дисках. Вот этих вот, да? Так, багажник. Здесь нормально. Сабвуфер, шторочка, 14 динамиков, здесь Sony также. Ага. Все так же закрывается с кнопки. Посмотрим сзади, сколько места. Ну, цвет у него, конечно, бомба. Как он называется? Оливковый. Оливковый? Либо темно-зеленый. Ага. Вот на двери вот управляется. Отодвинули. Так, здесь у нас обдувы, регулировки. Могу отодвинуть, да, человека? Mm-hmm. Вот, отодвигаю сиденье. А сильно-то не надо отодвигать. Я же сейчас сюда. Что мне нравится здесь?
такой черный салон, то есть потолок. Отсвечивают они, салон черный. Музыка здесь уже премиальная. Sony. Да, очень интересно. Вот получается. Вот смотрите, с двери управления назад, вперед. И атамана. Вот, ребята, в салоне Рыкса. Давайте посмотрим качество камер. Так, камера, давай. Через экранчик. Вот они у нас. А тут процессор такой же, как на VX? Нет, здесь идет процессор Snapdragon. Это он помощнее, да? Да. Передний вид, передние два колеса можно увидеть здесь, чтобы, ну, бордюрку не цепануть. Ага. Отдельный вид, допустим, перед, сбоку, сзади. Также здесь и настраивается. Вот таким вот образом можно все здесь настроить удобно. Камера здесь 540, но опять же эта функция работает, когда мы начинаем движение. То есть у нас есть функция прозрачного пола в автомобиле. Все понятно. А вот это для красоты чисто, да? Да. То есть это подсветка, она у нас настраивается. Меняется вот цветами, да? Да. Ага. То есть можно настроить все это. Получается, здесь у нас беспроводная зарядка, здесь просто ниша для телефона, она у нас быстрая, с охлаждением. Угу. Здесь быстрый доступ к климат-контролю, то есть вот этими крутилками мы можем настроить климат-контроль. По центру же у нас настройка режимов, то есть эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье. 7 режимов здесь у нас. Ну, качество экрана такое вот классное, по-моему, лучше, чем на VX. Ну да, здесь получается модель это 23-го года, VX же у нас вышел раньше, поэтому здесь уже как бы так, более все продвинутое. Ниша 2 подстаканника. Здесь дополнительно у нас еще есть ниша, ага, потайное отделение. И здесь по аналогии с BMW сделан охлаждаемый подлокотник. Так, это у нас получается управление люк, да? Крышей, аварийка здесь. Аварийка на потолке, не да? В стандартном месте, да. Да, да. И вот сенсорное это освещение. Ага. То есть вот таким образом здесь все это работает. Ну-ка, старт-стоп, скошен руль. Это физические кнопки? Физические кнопки. То есть выглядят как будто это. Не вот, надо вот, на музычку. Вот они, ага, физические. Все интересно. Черный, видите, полностью салон. Двойные козырьки также здесь. Благодарю вас, что рассказали. Угу. Давайте до встречи. До свидания. Ставим лайки обязательно.